Формула успеха. Меня зовут Миша. Мне 6 лет. Я живу в городе Перми. Я вот такой художник. Я принес картину «Веснянка». Значит, я ее в садике рисовал. Моя картина нарисована масляной пастель. Я люблю рисовать роботов. Я их просто люблю. Мои любимые цвета – черный, белый, красный, синий. Мне 6 лет. В школу я не боюсь. Я буду учиться хорошо. Я люблю больше всего на свете роботов. Потому что я люблю мультфильмы с роботами. Я люблю добрых роботов. Я очень добрый. Я мечтаю стать изобретателем, инженером. Я буду изобретать роботов. Я желаю всем участникам, чтобы они все выиграли призы. Меня зовут Замахаева Виктория, мне 8 лет. Я пришла из школы рисования. Я занимаюсь рисованием, когда у меня свободное время. Свой первый рисунок я нарисовала, когда мне было 5 лет. В школе рисования нас учат, как рисовать и чем рисовать. Мне нравится рисовать маслом, гуашью и акварелью, потому что их можно смешивать и получать какие-то другие цвета. У меня рисунок хаски. Я выбрала этот рисунок, потому что очень люблю эту породу собак. Я ее нарисовала гуашью. Я нарисовала хасок на зимнем пейзаже. Там большая хаска и маленькая. Я нарисовала хаски, потому что я мечтаю, чтобы у меня были такие же красивые собаки дома. Когда я вырасту, я мечтаю стать хореографом. А рисовать я буду всегда. Это будет мое хобби. Я хожу в 33-ю гимназию в 1 А-класс. Мне очень нравится в школе. Я учусь на пятерке. Мне все предметы нравятся, но больше всего мне нравится ИЗО и технология. Я родилась в Перми и живу в Перми. И мне очень нравится гулять по нашей новой набережной. Я желаю всем участникам, чтобы они пытались выигрывать, и чтобы у них работы получались красивые. А себе, выиграть.